Не-не, мы быстро их избавили. Мне, кстати, я туда так и не дошла. Я посмотрю, что маунты стрёмненькие, блин. Такое себе фармить. Поставьте шкаф. Локи, шкаф, тыкните, пожалуйста. Да слезьте вы с этих маунтов, блядь. Ребят, с маунтов слезли, рыбку кушаем возле черепов. Ладно, я сам прибегу, что-то с ума нет. Мне в танке, да, быть? Тебя шкаф до сих пор не поставили? Да, вся вторая пати — это танки. Еще не готова. Ребята, вообще-то я всегда ставлю рыбку в стену. Такое дело. Не затыкивайте рыбу, пусть все остальные тоже покушают. Не угадал. Да, маунт там всегда один и тот же. Ну, такой. У кого есть маунт с Наригорна? Покажите, пожалуйста. Вон такая белая штука. Он еще хорошо в комплекте с вот таким идет. Семейство НЛО, да. Стоп, там Наригорн идет, ребят, не прыгайте, пожалуйста. Идемте, знаете куда? Идемте на другую сторону. На сторону мишки. Так, даю объяву на анрол. С маунтов стреляйте сразу, чтобы... Флори бафы дайте по рейду, когда все встанут. Всем хай. Здрасте. Ребят, прыгайте все вниз, пожалуйста. Мы уже Наригорна ждем. Встаньте под босса. Под босса. Шпили. Да, он провисает периодически. Заливайте шпили, ребят, сейчас дайте я скрин сделаю, то что Наригорн на нас. Вместе с меткой. Шпили. Дайте еще раз этот фулл ребаф по рейду. Шпили заливайте. Милики, на вас земля, на РДДшниках огонь. Ребят, вообще по факту я ставлю тотем малый на ману, поэтому я думаю, у нас так все равно не будет. А, конечно, могут еще и хилы ставить. А вот защит сопротивления огню. Я не думаю, что здесь надо. Это что за здрасте?
шпиль и заливаете милики на землю, РДДшники в огонь. Фейслер, ты тут что делаешь? Че? Ты мне? Да, а ты что, тоже в рейде? Не понял, еще раз. Я говорю, ты тоже в рейде? Ну так-то, ты ж меня приняла только что, недавно. А, да, так я что знаю, кто это? Я все аккаунты не знаю. У меня один аккаунт, друид, все. Милики, на вас земля, РДДшники, огонь. У меня лишь один персонаж, это друид. А я ник все время, Вейслер думал. Ну, Вейслер. А, фу. Сейчас другим просто друидом перепутала. Вот в самом прикол, у меня в самом начале покорение стихий сработало, и больше нет. Паучков, дроги, ханты, напульте, пожалуйста, в танков. Кроме черепа метков. Любители напуливать у меня, блин. Прошел рейд пол, и просто тупо в мою сторону все ушли. Так, ребят, по поводу анролов. Просто не читаете. Один анрол можно купить. Условия сейчас прописаны. Кто хочет что-то забрать, подписывайтесь. В личку в угол все стали. Гим на ману, тотем на ману, если надо нашим хилам. Тотем уберите, то стали этих на приличный поставил. Все, шпиль появился, четвертая пати убежала вместе с танками, мимо медведя уволим. Вся четвертая пати уходит с танками и черепом. Все остальные заливают шпиль, и косты им не забывают кикать. Каст, ребят, кикайте сразу. Да, на анролл карту тоже можно забрать. За 40. И маунта тоже. Да любой шмот можно забрать, ребят. Босса потеряли, босса потеряли. Бар-бар. А, счастливая карта, я про это. Забирайте босса, ребят. По КД просто его поставьте уже. А, так, друид. Я всеобщий не понимаю. Ближе к уголку его, ближе. Шпиль сзади появился, ребят. Развернулись ДДшки, РДДшки, заливайте шпиль. БРов не будет сейчас, ребят. Встали ножками, побежали. БРы на последнюю фазу оставляйте, потому что на 10% мы будем бить босса в лужу. Тотемы убрали питомцев к себе, побежали не в арку, обратно туда, где били, ребят. Туда, где били. Все, весь рейд убежал вперед. ДДшники, не бейте босса по пути. Очень смешно. Ребят, лут, который падает с Налигорна, можно купить. Не тупите, не прикалывайтесь, не смешно. Станьте ближе к боссу. Здесь еще лужа до сих пор. Ничего страшного, она сейчас пропадет. Она уже пропала. Шпиль прямо в боссе стоит. Босса к шпилю, ебейте. Я же сказала, любую шмотку с боссом можно забрать. И карту в том числе.
Вот такая она получается после апа. Там к нам кто-то залетел. И отлетел. Я? Блин, друид, всеобщий, переключи, пожалуйста, на орочий. Пал, это ты меня с утра. Вот, пусть переключит язык и напишет мне в личку. Да, месяца три, наверное. ТТ мы выключили, побежали обратно мимо медведя. ДД, РДД заливает шпилик, кикает ему косты. Танки босса забирайте. На самом деле, я на Регорном еще хотела поводить в тестовом режиме, чисто для того, чтобы привыкнуть рейлить другие рейды. Вот другие рейды мне что-то водить по колене. Босса теряете, ребят. Поставьте его в угол. У нас один живой танк. ДК фрост-стойку врубите, пожалуйста. Танков нет. ДК фрост-стойку и поставьте босса в угол. К черепу. Ничего страшного, вставайте, бегите. Босса в угол, ребята. Ближе все к уголку тоже ДДРДД перетяните, чтобы он на вас там не убегал. И питомцев тоже всех сюда. Фу, ребят, по второй пати. У нас шпиль появился. Шпиль нужно заливать и косты кикать. Фул ребаф по танкам. Вторая пати. Нет, вообще по барабану. Умирайте, не умирайте. Главное, на следующей перебежке поставьте впереди дживса, чтобы ребята подчиниться могли. Пока нет, я же предлагаю выкупить. Упадет карта, его можно будет выкупить. Я ж даю анонс. Вот такого плана анонс. Давайте, побежали, побежали. Шпиря сзади нету. ДДшники, пробегите вперед, поставьте, пожалуйста, кто-то дживса. Где-то рядышком. Дру, ты же меня слышишь в дискорде, надеюсь? Сзади шпиль стоит. Анонсы на что? На то, что можно купить анрол? Ну, вон объявление о рейду. Ребята, вставайтесь. Ой, вставайте, господи. Косты не забывайте тикать. Я не нервничаю. Все, теперь ближе к боссу ставим. На тебя накричать надо? Я просто после шопинга, поэтому я довольна. Что такое шопинг? А, покупки. Я за покупками сходила. Много всего накупила, когда поэтому хорошо. Когда ты разгляд трусы покупаешь? Слушайте, ну мужики, вам у всех разных понятий шопинга. Там у нас хан какой-то появился, давайте мы его зальем и убежим. Шпилю косты кикайте, ребят. Шпиль кастует. Давайте, выводите босса, выводите. Да он все равно успеет. Шпиль залили, ребят. Нет, я покупала не их, ребят. Странный вопрос. Я покупала много для ремонта. Я думал, картошку с морковкой. Нет, картошку покупала с морковкой утром. Как тебе цены на ремонт? Нормальные? Охереть можно. Не, ну я в основном там полочки всякие, такую штуку покупала. Красно. Цены, конечно, радуют, но что поделать. Это флоки к себе подведите. Питомцев к себе. Шпиль появился. Шпиль заливайте, ребят. Шпиль, сыграли. Куда вы за боссом побежали? Ребята, да. Босса поставьте на место, пожалуйста, к шпилю. Это у нас Луна куда-то побежала. Лунатик. Ну, его он босс вернул обратно. Гимна ману сдайте, либо ты там поставьте.
Шпиль залейте, ребята, шпиль. Давайте, это последняя перебежка, все, кто умер, может вставать. Все, убежали. Потихоньку готовьте БР, пожалуйста. Если вот этот рога нам сейчас будет опять мешать, мы его заливаем. Можете далеко не доводить, вот здесь просто станьте в серединке, возле черепа ставьте босс. Ребят, к черепу босса. Все, заливайте. Вставайте, ребят, добегайте, кто там стоит на базе. Два человека, почему возле базы? Шпиль заливайте, если появился. БР, Вейслер. Анонс Вейслер, на спеке. Анонс на спеке ловите. Два человека у нас до сих пор не добежали. Все остальные больше не вставайте, ребят. Шпили. Пикайте, косты. Еду. Сбоку стоит. Ближе к стенке. Там паладин залейте. Я вижу. Но он в бопе. Ну, с диспельта. Все, что рядом, притяните и убейте. Можете даже вот так. Умничка. У меня так паладин быстро бежал до босса сейчас. Коровка. Все нормально. Главное, что все успели. Надеюсь, там. Правильно бегать. Слушайте, не, на самом деле не всегда падает... Ой, не всегда эти быстро бегают. Тени, духи, как их там. Я про то, что как прекрасно все лагает. Да нет, нормально. Да не было дисконнекта. Так, давайте мы... Ребят, один нрол на продажу, как и было объявлено. Зато на этот раз упал Томец. Питомца анролом за 40к забирайте. Слушайте, всякое было. Карты нет. Все остальное можете нам оставить, ребята. Карты нет, ребята, вас не смущает, что там, подожди секунду. Там есть вдох, там есть сердце хранителя, там есть слеза. Прикольно, все хотят карты, но никто не считает, что еще другие три не есть. Ну, вдох на вдох это хорошо, этим хантам, рогом, они его часто за него дерутся. А, танки за сердце. Давайте, ребят. Ты что с ролики? Один анролок, кто дает больше, забирает любую шмотку с босса. Питомца забирайте, ребята. Дает 5к за анрол. Не пишите, что вы забираете, просто пишите стоимость. 10к дает за анрол. Ребят, конечная стоимость пока 10. Давайте быстрее. Зеленые штаны 11 поставь. Одиннадцать. Одиннадцать. Скажите, вот эта слеза на ШП пойдет? Она на любого... Эта тринька тебе нужна для любого спека, для Кары Геры, для Зулемана она в будущем пригодится. Mm-hmm. Особенно для ШП. Соов, элемов, да вообще для любого. Она и крит дает, и скорость. Ребят, давайте без шуток, там люди занимаются. Нет, без шуток, когда надо будет 30 тысяч хп иметь, 32 для Зулемана, вот все вспомнят про эту карту и про танковские трени. Они обязаны будут их носить. Анрола. Давай без разницы. Сам человек, который выиграет, он может любую штуку забрать. 16к он написал, бери.
Ну давай вот эту вот слезу тогда мне. Я тебе это самое голду передам с другого перса. Ты пока мы роли, можешь ее перекидать у себя. Ну ты себе закинь тогда эту слезу. Я вот как раз таки не могу этого сделать. У меня баг на слезу, у меня 245 лежит, а я его себя не могу закинуть. Так, как мне сделать? Косари. Косари, ты тут? Да. Давай я в тебя закину я сейчас. Закидывай. Мне как в Толгород сюда подъезжать? Да. Ура, у меня есть триня. Нет, у меня просто какая-то хрень. У меня 245-я слеза, а она почему-то не хочет. Нельзя иметь просто в одном метре. А 245-я, она апнута. Вроде бы. Так и будем работать. Ты получай деньги, а я получаю трение. Сейчас я зайду, это в чат орды присуну стрельба. И подъеду. А ты остальное ролить не будешь? Разруль, пожалуйста, то остальное это. Я вот хочу человека спросить. А он ушел? Ну, потом... Нет, я не ушел. Ну, я кинул бы ролл там на вот этот оффхенд, там на хп стану. Духовской? Ну, я пока его тогда оставлю, но да, потом пока. Я пока питомца буду. Ага. Давайте, ребята. Я-то еще ничего не кинула, что вы давайте там? Нет, это баг, потому что по факту я могу одевать две такие трини. Как и все остальное. Опять. Не твой. В любую триню с ТГ можно одевать. Ну, то есть сердцехранителя ребята могут два носить. По какой-то странной причине. То есть один должен быть апнутый, другой не апнутый. Соточка, ребята. Охренеть, соточку выкинули. Нет, почему баг? Это не баг. Есть те, кто носит по две триньки. Ну так, чисто. При необходимости. Дашуля, сейчас в чат орды присуну. Сейчас. Сейчас подождите, дайте. В фуре? В фуре, да. Все, протрус, приятно. Спасибо, бабочка. Короче, она апается до 45-го, 120 баджиками, да? Да. Зачем выливаете, ребята? А можно трейд на череп-то забрасывать? Чего я стою-то жду? Рога. Нет, ты другой рога. Рога с пятой пати. Хотел. Ну давай. Да сама ему просто кинь пати, так быстрее. А, типа, тебе его еще найти? Он перед тобой стоит, вот где печенька. Можешь просто по фрейму нажать и уже обмен. Да, теперь там, где печенька, стоит очень много людей. По фрейму нажми в рейде. Вот он, прям под печенькой. Фокус. А чё за роговую игру? Вайт. Вайт 105-я пати. Ну почему? Подожди, у нас два сердца. Кто? А обыч кто-то одевал. Ну, кто-то из его ребят. Ты имеешь в виду 232-й, 245-й? Угу. Ну, в принципе... Соточки давайте, ребята, соточки. Да пошли эти китайские роллы, блядь! Простите за мат. Ты у косаря заберешь, хорошо, с основного? Так, это кто должен бросить? Косарь, подойди ко мне на этот... Сейчас я дам и перезайду на престол, да? А, окей, да. Косарь, подожди. Хорошо, что он тотем выиграл четвертая патия. Да я вот так сделал. Сейчас выход из... Чё? Я подошёл. Шомин. Нет, не ты. Ты просто стоял возле меня, тебе потом трейд кинут. За слезу. Так, кому дать чё? Подожди, никому ничего не давай. Он тебе сам кинет трейд. Сейчас мне все накидают.
Никто. Там жрец будет. Загружаю. Чат шаман. Косарь шаман. Да, я тут. Танки? Кто рулил на танках? Самый жесткий баг, который есть с этим боссом, это то, как бьют танков. Это самая жесткая хрень. Рерол, ребята. Чего? Мур и Хенчун Лин. Рерольте. Кидайте обмен, косарь. Кидайте сика. А, Волт Спиритус? Да, это я. Так, ДК и Вар, киньте, пожалуйста, еще раз Рол Майп и Хунчун Лин. Майп есть, а Хунчун Лин? Ну все, Варчик забирает. Ребята, скажите, как в математике называется, как посчитать проковую триньку прожимную? И, короче, постоянная хоста и прожимная, вот которая на мне сейчас с льды. Вар, трей на черепке, да? Вар. Ну, там, если захочешь, то ты потом с ним договоришься. А меня интересует, где Вар? Да тут же луна стоит. Бегай, если ты ищешь, что ли? А главное, стоит, выбрал мейпа. Что надо? Чёрт. Даш, сегодня будешь что собирать? Да. Я тогда пойду отдохну. Угу. Через сколько там будешь собирать? Через 3 часа. Не. Хунчулин. Мне лучше, так кажется, ты тут немножко набодяжил. А что так? Он не сможет забрать этот тренер. Ну, Мурия, давай тогда. У тебя уже есть такая, да? И ты ее не апнул. Да, она у него вон стоит. Она у него где-то. Ну все, давай тогда, Мурия. Повезло тебе, повезло. Сегодня явно твой день. Да-да-да, она он написала, что у него есть такая. Ты можешь это в рейд-чат написать еще на всякий пора. Может, потом вопрос к нему. Что, Лич, роли пока дальше? Сейчас, секунду. Нет, ну просто, чтобы потом не было такого, что там типа не отдали, бла-бла-бла. Вдох. Ты кому трени отдала, Мури? Да. Ну, Майк или как он там? Который выиграл лучше. Майк, ты ее уже одел? Ты уже одел. Вот, смотрите. Больше всех, кто делал в чате, получил тренер. Ой, зато она ему очень нужна. Чё не, ребят? Ребят, тренер хороший. Купить, ну понятно, не. Максимальное сердце уходило, по-моему, тысяч за 40-50 плюс-минус. Да, господи, эта тринка, она нахер не нужна почти никому. Она варам, паладинам, ДК, она нахер не нужна. Эту тринку единственное, кому она может понадобиться, это друиды-танки.
Потому что в ЦЛК минус 20 к уклону. Все. Тринка это больше нахер никому не нужна. Тринка лучше идет с профа 10. Оффхенд душные кастеры. Гар, вот вообще не всем вот твой ролл тут. Поэтому это тринка обычным танком этот мусор. Вар, лучше ее будет с этого с РБК 226. Прикольнуться решил. Да, смотри. Смотрите, человек купил анрол. Еще раз говорил. Мне обид, да. Море, вторую ты покупаешь либо с Толгорода, либо с ИК-25 чемпионов. Вот и все. А с Толгорода хорошая на Декатринг? Да. Она, ну, она на любого танка хорошая будет. 190 выноса, плюс 195, плюс каждые 3 секунды на тебе щит висит 2500 поглота. Я думаю, на дороге не валяется. Вторая тринка это с ИК-25 с чемпов. 192 на 10 тысяч на 15. Это на 15 секунд на 10 тысяч хп поднимает. Да, всем спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо за рейд.